Федор Александрович Васильев имел трагическую судьбу. Если бы не заболевание чахоткой, этот остроумный, темпераментный и талантливый художник вполне мог бы составить конкуренцию маститым коллегам по цеху. К сожалению, жизнь его оборвалась совсем рано, в возрасте 22 лет. «Мокрый луг» написан за год до смерти, во время лечебной поездки в Ялту. Но, на удивление, на картине нет и намека на южную красу Крыма. Пейзаж скорее напоминает окрестности русской деревушки. Художник выбирал для изображения переходное состояние природы. Гроза уже ушла, но еще ощущается принесенная ею тревожность. Тени облаков скользят по умытой дождем траве и водной глади. Композиционный центр картины смещен вправо от геометрического, именно поэтому изображение не выглядит статично. Все линии, покаты спуска с агора, заросшие берега заводи, полоска виднеющегося вдалеке леса, вытоптанные тропинки, границы света и тени сходятся на двух темных силуэтах деревьев. В полотнах Васильева небо всегда играло важную роль, а в «Мокром луге» и вовсе заняло большую часть холста. Оно кажется космически бесконечным и бурлящим за счет невероятной игры света. В противовес сложной прорисовке воздушной среды вся остальная часть картины предельно проста, а линии рисунка кажутся более спокойными и мягкими. Многочисленные детали на заднем плане словно растворяются друг в друге и становятся заметны только при внимательном рассмотрении. Вместе с тем, каждый кустик на переднем плане выписан практически с ботанической точностью. Работа отличается поэтичностью и гармонией красок, свежестью и глубиной оттенков, а также их богатой градацией. Васильев не знал себе равных в остроте восприятия цвета. Это полотно было представлено на конкурсе «Общество поощрения художников» и получило вторую премию, уступив лишь сосновому бору Ивана Ивановича Шишкина. На картину претендовал великий князь Николай Константинович Романов, однако Павел Михайлович Третьяков специально приехал в Петербург еще до открытия конкурса и перекупил ее.